Всем привет! Небольшой обзорчик вот такого вот пульсоксиметра, заказанного на Али. Так, идет это дело в такой коробочке. Возможные цвета. У нас зелененький. Внутри такая коробочка. Соответственно, в ней лежит сам приборчик и ремешочек к нему. В комплекте также у нас идет инструкция. Сейчас ее показать попробую. Так, чтобы было хорошо видно. Серединка. Кто захочет, посчитает. Я еще под видео скину пару ссылочек. Кому будет интересно, сможет посчитать, для чего это все надо. И давайте посмотрим на него вблизи. Итак, как уже было в инструкции написано, у нас двухцветный OLED-дисплей. В принципе, каких-то вопросов к качеству нету. Здесь у нас шлейф, но насколько он долго будет жить, фиг его знает. Вот так вот это дело у нас расходится. Единственное, что вот чуть-чуть небольшая вот здесь есть щель, это черная накладка, она как бы не совсем плотно прилегает. В остальном, в принципе, все нормально. Тут у нас батарейный отсек, две мизинчиковые батарейки. Батарейный отсек выглядит вот так вот. Так, вот подпружинено вот так вот и может как бы вот, ну, немножечко так растягиваться, скажем так, да, в зависимости от пальца. То есть у нас здесь резиночка. Ну, к сожалению, баланс белого куда-то улетел. Ну да ладно. О, вернулся. Так, не опять улетел. Ну ладно, дело такое. В общем, резиночка, датчик. Там и там, то есть мы просвечиваем палец, вставляем сюда вот так вот тут. И в зависимости уже там от цвета измеряется уровень кислорода и измеряется частота сердца. То есть пульс. Ну и давайте посмотрим, как эта штука работает. Итак, штука эта включена. Ну, не знаю почему, но почему-то, когда руку опускаешь, она немножко уменьшается значение. Кнопочкой вот этой мы можем менять вариант представления данных и ориентацию экрана. Но, к сожалению, как бы прокрутить так вот я не совсем палец могу, чтобы соответствовать данной ориентации. 92 это уже мало, как бы, да. Ну, кто захочет, опять же таки говорю, я ссылочки внизу экрана скинут, может посмотреть. Нормально, где-то 96-99, по-моему. Так, что еще? Экран, в принципе, хороший экран, классный экран. Ну, тут, в принципе, не будет это, наверное, видно хорошо, но экран действительно хороший. Вот так вот это дело светится у нас. Если вот так прислонить, видно, что палец просвечивается. И показывается пульс. Ну, в принципе, так и все. Всем пока.